Метод лечения больных коронавирусной инфекцией при помощи переливания плазмы с антителами сегодня один из самых эффективных. Любой человек, который переболел коронавирусной инфекцией, он, если сдает плазму, плазма имеет определенный титр антител к данному заболеванию, и когда она применяется для лечения тяжелых пневмоний, в том числе ковидных, описан очень хороший положительный эффект. Ольга Владыка в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий – частый гость. Первый раз помочь людям она пришла в 2009 году. Тоже 11 лет будет в мае, как я сдаю кровь. В данный момент, на протяжении уже многих лет, сдаю безвозмездно. Мотивация лишь одна – это помочь людям. Понятно, что бывают аварии, понятно, что бывают тяжелые ситуации, но они случаются каждый день. И донорская кровь, она необходима каждый день. Это часть моей жизни, один из видов помощи, которую я оказываю людям. Один раз, когда брали у меня кровь, сказали, что сегодня надо быть в хорошем настроении особенно, потому что кровь нужна была маленькому ребенку. Ну, конечно, когда такое слышишь, ну, действительно, внутри все переворачивается еще раз, и хочется делать это еще раз бесконечно. За 11 лет Ольга 54 раза сдала кровь, а значит, помогла примерно такому же количеству людей. Я могу сказать и по себе, сдача крови, она, безусловно, обновляет организм. Пусть не думают люди, что это как-то опасно, либо влечет какие-то последствия. Нет, это абсолютно безопасная процедура, и для организма она очень полезна. Хочу обратиться, может быть, даже к нашим гражданам, что в этот период времени в нашей стране тяжелая обстановка, и те, кто уже сдают кровь, сдают плазму, хочется, чтобы к этим людям присоединились и те люди, которые, может быть, переболели уже заболеванием COVID. И в данный момент времени их плазма особенно нужна тем, кто болеет, кто находится в тяжелом состоянии. В этом тоже нету ничего опасного. Процедура абсолютно безопасная. Врачи все делают квалифицированно. И ну, я считаю, что в этот период нам особенно важно сплотиться. Процесс подготовки к сдаче крови несложный и точно не отнимет у вас много времени. Непосредственно, вот как я сдаю кровь, непосредственно цельную кровь, не более 15 минут, сама процедура вся занимает, в принципе, ничего сложного. Сдал, вышел. Телефоны для записи вы можете найти на сайте РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Стать донором – значит спасти кому-то жизнь.